Итак, друзья, приехали на объект. Сейчас покажу фронт работ. Значит, вот там у нас душевая, здесь у нас зона отдыха. Задача – уложить свое бренное тело на этот песок. Ну что, друзья, пойдем пообщаемся с местными топчиками. Опа-опа. Промастер. Это что-то на нашем. Правда, буквы английские. Так, ладно. На русском это будет звучать немножко по-другому. О, куда я попал? Офис, склад. Опа. Здорово, пацаны. Здравствуйте, здравствуйте. Вы что тут делаете? Работаем. Чилим. Чилим. Понятно. Чилим. А что делаем? Едем, показываем. Поедем на объект. Так, друзья, находимся на объекте у наших турецких коллег. Какие-то они не особо турецкие. Ребята, вы откуда вообще? Мераба. Фрумгаша. Так, друзья, оказывается, наши турецкие коллеги вообще не турки, а они из Москвы, из Украины, в общем... Микс. Так, смотри, что интересно. Ты что такое вообще? Это, короче, разрешение. Пока ты не сделал это разрешение, ты не имеешь права никакие работы проводить в квартире, потому что только стук перфоратора к тебе сразу заявляется местная административная полиция, да. И она штрафует, и очень штраф большой. Короче, у вас все официально. У нас все официально. Так, ребята, это объект. В принципе, ничего нового, такой же срач, как и у нас в России. Да. Ну, здесь у этого срача есть один плюс. Здесь срач руками не выносит, здесь поднимается лифт, специальная машина. Серьезно? Выносит, да, через балкон. А, мусор через подъезд нельзя выносить? Нет. Запрещено. Лифт специально поднимается, и все, лифт выгружается, и все. Европа, друзья, что вы хотели? Европа. Так, ну что? Мы вступили в Европу, но... Короче, надо санузел посмотреть. Да. Там... Опа, ребята, вы видели вообще? Блин, что так много СВП? Это для тебя специально. Это издевается. Когда... Че почем, экономили? Когда укладывали? Экономили, по-моему, вчера. Сегодня. Что, специально, что ли? Да, для тебя подготовили специально. Хотели меня позлить. А получилось повеселить. Так, друзья, ну давайте проверим качество. Да, кстати. Там профиль, по-моему. Качество московское, друзья. Квартира турецкая. Качество московское, да. А можно еще показать, какую гидруху мы используем. Это что такое? Что-то блестящее? Короче, это сейсмоустойчивая гидроизоляция. Так. Когда, то есть, здесь начинает трясти, ну, на будущее, то есть, есть двиги все равно, и если ты используешь цементную гидруху, не резиновую, короче, она в будущем начинает трескаться. И если ты не армируешь пол, то же самое. То есть, короче, я понял. Прецеденты есть, на самом деле, уже есть. Если будет землетрясение, этот душевой поддон так и будет здесь стоять и не будет протекать. Да. Здесь просто парящий пол, ну, душевой поддон. А с подсветкой, может быть, еще? Да, здесь будет подсветка такая. А, то есть это просто подготовка для него? И это подготовка, да. На него еще сверху плитка пойдет черновая. Для кучи защиты, да. Зимой землетрясение бывает до 10 штук, да. в течение 2-3 месяцев, особенно когда даже с февраля по конца марта. То есть, короче, здесь внутренние углы по-любому герметиком. Да. Гидроизоляция, ребята. Да. Воняет, пипец, мочевину принесет. Чтобы, ну, было показать... А что, штукатурка цементная у вас, санузла? Это не цементная. Ну, она цементная, но она с фиброволокном. Стекловолокном. С фиброволокном. Зачем? Тоже насчет землетрясения? Да, тоже. Вот попробуй ее разбить. Вот даже возьми молоток ради интереса, сейчас да. Или расковыряй. Ради интереса. Держи. Попробуй расковырять. Может, не надо? Так, не надо. Не расковыряешь. О, вот такая твердая. Да. Она... Маяки не выняли. А вот здесь видно. Нет, маяки. Не обязательно. Здесь нет маяков. Маяки привозные. Откуда привозите маяки? Из Москвы. Обалдеть. Нет. А что еще взять из Москвы? Не только маяки. Стеклохолст тоже из Москвы.
А клей плиточный где берете? Клей плиточный у нас здесь своя фирма. Местный, турецкий? Почему не местный? Европейский, немецкая фирма. А Турция делает клей плиточный? Вибер, конечно, да. У них есть каликум называется. Каликим. Не, а именно такой чисто отечественный турецкий? Каликим, да. А, есть? Да. Слушай, ну как-то не жарко в квартире, где идет ремонт? Да, не жарко, не жарко. Мы ставим кондеи временные, свои, чтобы в процессе ремонта, ну вообще в квартире должен быть свой микроклимат. Ты не можешь поклевать нормально, не можешь нормально штукатурить. Точно, да. Это же нормально, нет. Да. Все материалы должны высыхать в нормальной, нормальном климате. А что за кондея? А где крышка? Крышку сняли специально, чтобы постоянно был доступ к радиатору, чтобы его можно было почистить, чтобы, ну, и чтобы он охлаждал. Я понял. Короче, каждый объект – кондиционер. Нет, на некоторых по 2-3. Мы до сих пор потеем в Москве. Каждая уважающая себя команда должна работать с кондеем. Блин, а вам просто, вы под ключ делаете, вы эти трассы провели. Мы же не будем с собой кондеи возить эти трассы. А что мешает? Вы уже заходите на объект, у вас уже трассы все прокинуты. Вам остается только бахнуть кондей там свой какой-нибудь в эту же трассу врезать. И запустите его. Короче, вот тут ребята с голым торсом не работают, как у нас. Работают. Европа. Не, у нас работают в форме. У нас в форме работают ребята, строго. И что, у вас камеры на каждом объекте, да? На каждом объекте у нас камера, чтобы заказчик мог подключиться и попалить. Что же ребята это делают? Это типа платная услуга? Да, платная услуга. Сколько стоит? Косарь на один зелени. Объект? Косарь зелени. $1000, друзья, и заказчик может пользоваться камерами наблюдения и смотреть все, что происходит на объекте. Кстати, друзья, добавляю к себе в услугу, в прайс. Я подумаю, сколько это будет стоить. Косарь, наверное, за много. Это 100 тысяч. Я в долю. За идею. Давай покажем, как это работает. Давай, покажи. Это что, действующие объекты, да? Да, это действующие объекты. Может, заказчик может подключиться. И смотри, там, что ребята делают. В целом, ребята, нам скрывать нечего. Вам же тоже нечего скрывать? Нечего. Нам сказать, что тут скрывать-то? Топчикам вообще в любой стране скрывать нечего, друзья. Топчики все время показывают, наоборот, хвастаются своим мастерством. Правильно. Мы же любим хвастаться. Конечно, нам просто, это наш воздух. Да. И что, у вас все мастера согласны работать под камерой? Смотри, есть минус. Минус вообще работы мастеров в Турции, когда к тебе приходит мастер на работу, он тебя устраивает, ты же не знаешь, он там в розыске или нет, так вот, приходит к нам мастер и такой говорит, я сниматься не буду в роликах, не хочу, короче. Каждый раз придумал разное, то у него жопа болит, то у него рука болит, то у него глаз. В смысле, в роликах не хотел сниматься? Да. А, я думал, под камерой? Нет, в роликах. И потом потом мы узнаем, что он в розыске, вот Интерпол, у него метка F стоит и, короче, за ним, да. Вот такие вот моменты Жесть. Бывают. Уголовники? Короче, нужны нормальные мастера, да? Да. Так что нужны мастера нормальные, адекватные, если вы готовы работать за инициативу. Что ты это, приглашаешь? Мы приглашаем мастеров. Так что давайте, собирайте шмотки свои, манатки. Без инструмента можете ехать, мы вас снабдим всем. Сейчас мы про цены поговорим, чтобы понять, есть ли смысл к вам ехать. Вот, санузел, друзья. Все делается по проекту. Да, здесь вот конечный результат. В Турции на серьезном уровне, я смотрю, ремонты у вас. Это мега серьезный уровень, потому что мы сами делаем проект, мы сами же его реализовываем. Слушай, а заказчики кто? Что-то я не понял, турки что ли? Они же, им плевать на качество, разве не так? У нас заказчики европейцы, и, соответственно, есть турки, которые тоже хотят, чтобы мы с ними работали. У них, наверное, меньшинство, да? Да, но большинство европейцы. А, в смысле, а русские, украинцы, и русские, белорусы? Русские, украинцы. И белорусы? Белорусы. Белорусы у нас есть? Были? Кто? А, есть, да, сейчас. Я вот. Белорус. Нет, мы же про заказчик. Да, я просто говорю, были ли у вас. Не, у нас заказчик белорус. У нас и казахи были. Вот такой санузел, друзья. В прекрасном городе Алания. Короче, ребята перевезли качество в Турцию. Сколько стоит такая работа? Под ключ, я так понял. То есть демонтаж. Старая плитка здесь была, да, какого-то размера, да, непонятно. Плитка на меня, это, в общем, не включая проект, 10 тысяч евро. 10 тысяч евро. 10, короче, миллион под ключ. Да. Демонтировать плитку, сделать штукатурку, стяжку, потолки, сантехника, электрика.
уложить плитку, затереть, поставить всю сантехнику, поставить всю электрику. 10 тысяч евро. Остаемся в Турции, друзья. Вот, смотри. То есть, эта плита, она горбатая, это может быть ровная быть, да? То есть, лучше пусть вот здесь будет неровность, но в этих местах вот уголки должны сходиться четко, идеально вот в плоскость. Ну, и когда, допустим, вот раскладка вот такая будет. Вот это в приоритете, вот именно, чтобы ровно было здесь. Здесь может быть и отличаться. Поэтому бывает, приходится, когда плита горбатая по-разному, приходится даже что-то подкладывать под СВП, какие-то картонки для того, чтобы вытянуть. Ну, не то, чтобы вытянуть угол, ты не всегда выгнешь плиту. Ты ее просто оттянуть можешь чуть-чуть. Вот даже, видишь, здесь видно, что вот этот уголок немножко просел. Вот эту плиту чуть-чуть оттянуть. Да, она здесь будет чуть-чуть торчать, но здесь будет идеально. Еду куда-то с бандой мужиков, друзья. Пиво пить, пиво. Вот это банда, друзья, смотрите. Сильная команда. Приехали в какой-то загородный дом, друзья. Пойдем посмотрим. Опа-опа. Что происходит? Атмосферка. Сейчас будем ролики пилить. О, это подвесы, смотри. Это Knauf? Нет, это Turkish. Кто, неизвестно. Turkish style. Это no name. А где перфорация? No name. Какая перфорация? Какая? Какой перфорация? О чем? Рассказ? Перфорация. Добро пожаловать в Турцию. Turkish style. Здесь из уголков? Ну ладно. Опа. Старая инсталляция. Новая инсталляция, но она еще не шикарна. А где, а как же шитый полиэтилен? Нету в Турции шитый. Тут только полипропилен, да? Да, только полипропилен. Гипсовая штукатурица, да? Что? Гипсовая штукатурка. Это нет, это внешняя, не гипсовая. А, для наружных работ подходит, да? Выглядит как гипсовая. Нет, это цементная. А, в санузлах цементная, да? Ну, в санузлах мы N350. А это старый такой кирпич, типа, да? Она, видишь, чищали все в этой. Выглядит, как будто демонтировали пулеметом. Так и есть, пулеметом демонтировали. Большим. Здесь отклонение, видишь, 10 сантиметров у нас было. И мы блоками делились. А, это уже вторичка, ну, кое, вернее, да, ремонт. Сейчас, а, да, мы сейчас не, не новый дом, да? Да. Реновация. Реновация. И тут, короче, видишь, у нас 10 сантиметров отклонения было по стене. А вот это что за трубы? Вентиляция. А, вентиляция, да, по полу? Да, полу. Понятно, как вентиляция по полу, друзья. Представляете? Вентиляция вообще очень важный момент. Это рекуперативная вентиляция с озонированием. Саша, движуха тут идет. Нет? Тут пока ремонт не идет, тут пока готовимся к съемкам. Если я правильно понял. Организация обедов для мастеров, да? Да, обязательно. Что можно брать? Если твой мастер не сыт, это значит, что он посыт в другой раз. 20 тысяч постригся. Вот такого вида не видели. Это что вообще? Он распаривает? Маска. Подожди. Ну, я же еще угрозал. Помолодел на 5 лет. И это все благодаря Турции. И это всего лишь 2 недели. А представляете, если на пару месяцев? Ладно, надо нам в будущем провести эксперимент. Все для вас. Все морщины ушли, короче. Бро! Вот, друзья, Макдональдс. А я зубы снимаю. Это тебе невкусная точка. Это вам невкусная точка. Первым делом, когда приехал за границу. Надо стоит Мак. А что, вкусная точка пробовали, нет? Да. Очень вкусно. Ребята, заявляю ответственно, я, кстати, из Украины, вот, но я был в Москве.
золотой просто. Точка. Вкуснейшая, вкусная точка. Картошка. Он просто подлизывается, чтобы его обратно пустили. Да, его не пускают. Вот так, друзья, поднимают материалы и спускают строительный мусор в Турции, Алания. Вот так, друзья, заехали еще на один объект посмотреть. Это вторичка, друзья, тут демонтаж ребята сделали. Вот, видите, все у них тут чистенько. Порядочек. Опа. Опа, друзья. Яйца голуби оставили. Мы везде ставим кондеи для работы, так как чтобы было прохладно и качественно. Для работы очень удобно. Да, друзья, нормально себя хорошо чувствуешь в каждой комнате. Хотя человеку жарко, но он на улице что очень, делал? Очень, очень. Человек сейчас ботил. Вот так, друзья, ржавеют металлические уголки. Поэтому ребята используют пластиковые. Не только пластик. Потому что здесь влага высокая. Они дают о себе знать. Вот. Ага. Вроде бы сверху нормально, снизу все. Они съедаются. Да, проявляется потом через краску. Да. Немножко пропыт, друзья. Вот тут душевой поддон, чтобы мастера могли после работы принять душ. И вот водонагреватель. В общем, друзья, белые люди работают. Вот это лифт, друзья, смотрите. Дверь открыл, как в туалет зашел. Кнопочку нажал. И погнали вниз. Данила Московский, я слышал о тебе. Говорят, ты ровно стелишь. Такие люди нам нужны. Есть неувязочка. Я работаю один. И я сам решаю, с кем мне работать. Я думаю, тебе нужно осознать, куда тебя привели. Хорошие и качественные инструменты в твоем распоряжении. Да, но прайс у меня московский. Да и Алания уже не та, что была раньше. Я с вами.